Приветствую вас на канале AsmodeiPlay. Мы продолжаем играть Звездные войны Джедаи 2 Изгой. И сейчас мы, после того как нашли Джейн, мы должны оттуда вырваться. Открыть огонь. Открыть огонь. Да уйди ты, я тебя сполежу сейчас. Это разве противник? Это есть один, двойные выключатели. Мы должны работать вместе, чтобы выбраться отсюда. Хорошо. Нажимай рычаг вниз, Кайл. Давай. Вот так вот, вместе. Идиотизм. Ну, тем не менее, ладно. Если это работает, почему бы нет? Давай, иди сюда. Тем же путем, я думаю, вести тебя смысла нет. Ну, я так думаю. О, я прав. У меня же миссия. Я абсолютно уверена, что генераторы щитов там. Я знаю. Ты захватишь снаряженную спасательную шлюпку и подождешь меня. Это не должно занять много времени. Не вздумай сделать что-нибудь глупое, например, умереть за меня. А ты проберешься туда так, как я думаю, не в этой жизни. Вот так вот, хрень наговорили и разбежались. Но тем не менее, ладно, давайте, чтобы не было все к лучшему. Готовьтесь. Во-во-во-во. На. Господи, я полету могу. Чего вы стреляете? Смысл от вас? Ну вот вам. Получил. Чем тебе это помогло? Ой, ладно. Ох. Нифига не так. Я даже не помню, надо мне туда. Вот так. Вот так. Ну это хорошо, что я так позаботился, подсуетился. Да. Тихо. Ты что, вставай там дома? Ой-ой-ой. Так, ладно. Как вот тебя, падлу, так угасить-то еще? Нет, это не было. Вот так. Ну-ка, давайте посмотрим. Здесь я что-то могу сделать? Как-то повлиять? Не могу. Ладно. С другой стороны, у меня дверей нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Сюда. Опа. Отсюда вышел. Откуда вышел-то я? Я вот отсюда вышел, как я понимаю. Нет.
Мне сюда не надо так. А, вот боеприпасы там не надо, нет? Ну, что-то взял. Ладно. Давайте посмотрим, перебьем всех, потому что тут не очень я помню, куда мне надо. Комната закрыта, там мы были, не проходим. Комнаты нет. Все. С этим разобрались. Это не суть важно. Ты можешь обойти. Все. Да. Вот так. Порезали их на колбасю. И вперед! Вперед! Ой. Зайди. Так. Сделали меч слабее, конечно. Вот так. Средний размер. Окей, на. Вот трубу подвели. Будьте готовы. Не понял, это что, кто-то уже здесь? Но. Вот так. Всех порезал. Всех порешу. Давайте так сохранить. Смотрим, какая труба к нам. Вот это, по-моему, да? Я уж точно не могу. Так. Ага, вот она. Так. Они не могли далеко уйти. Вот есть. Да. А вот ты тогда не выпускаешь ключ из своих поганых цепких лап. Нет? Нет. Ключ. Открыть огонь! Противник! Нет, не так. Вообще не так, подождите, ну идея мне понравилась. Подождите, нет, не так. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Да. Если даже они выживут, они уже не жильцы, как таковые. Так, куда мне? Сюда. Открыли. И только один из них будет правильный. А вот какой? Давайте с вами посмотрим. Какой из этих правильный будет? Так. Или может они все правильно и ведут в одно место, но смотрим. Не туда. Оп. Так. А
А, вот открыть надо было, вот почему я не могу выпрыгнуть. Все, вот он. Правильный был, блин, и на ту кнопочку нажал. Ладно. Да где ты? Вот так. Идем. Ой-ой. Ну давай. Блин. Давай. Вот так. Снесли ему башку. Я не знаю, зачем эти кристаллики, правда. Честно скажу, не знаю. Но я его взял. Как знак того, что враг повержен. Открыть огонь. Так, подождите, я отсюда вот так. Опа, так вышел, правильно? Да. Так. Я не хочу, чтобы эти штуки возродились. Давайте сохраним. И теперь я все, что все, все раскидал. Ой, как некрасиво получилось. Все, мы взяли имперский ключ. Так, отсюда. Этих уничтожили. Ой-ой-ой-ой. Что-то мне это кажется странным. А, ну правильно, мы же к боссу идем. Сейчас набираемся потихонечку всего-всего. Так. Сюда. Сюда. Опа. Открыть огонь. На. Еще разок, и еще разок, и еще разок. Да куда ты? Ты пожалей. Ну-ка назад. Противник. На, давай. Зарубил двоих. Перезапишем. Где там пушка-то была? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Вот теперь я супер крут. Поехали вниз. Ой, вверх.
блин. Вот так. Как еще-то я могу вам сказать? Ой-ой-ой. Так. Пойдемте восполним. Восполню свою броню. Тут, слава богу, недалеко. Итак, я 100%. И сейчас сохранение мне очень нужно будет, потому что да, вот я пришел он, к боссу. Генератор щитов. Держитесь там, бродяги, сейчас станет легче. Так. Мы с вами уничтожаем сначала защиту, потом вот эту штуку. Сразу объясню, когда появится чел, мы долбим его ракетами, бомбами и тому подобное, когда снижается щит, можно долбить вот такие штучки, которые я сейчас только что долбил, это у него за спиной. Либо его самого можно пластать. Вот такую так, вот такая штука у него за спиной будет. Сохранение. Сохранение. А вот и тело. Что ты нам скажешь? Давай. Сначала надо сбить щит с него. Не забывайте. А, капитан Катар. Что за удовольствие встретиться наконец с вами лицом к лицу. Я уверен, что удовольствие испытаете только вы. Женщина Орс думает о вас лучше. Вы не знали этого? Она произносила ваше имя как минимум в 17 различных случаях в последние несколько дней. Это должно разозлить меня? Я прошел через это, Галак. О, действительно. Тогда что, если я скажу тебе, что пока мы говорим, Десан высаживается в Академию джедаев с тысячами своих воинов, которые обрели силу и защищены от действия световых мечей, уничтожая бич джедаев навсегда? Я бы сказал, что вы безумны. Безумен? Тогда как насчет этого? Силы вторжения в Дунгивер. Наземный штурм Академии в восточном направлении идет как запланировано. Силы вторжения в Дунгивер. Устанавливаем укрепление перед главным входом. Силы вторжения в Дунгивер. Солдаты Возрожденных приближаются к северному периметру. В течение нескольких часов десант изведет под корень надоедливых джедаев, очищая путь для моего восхождения в качестве лидера новой империи. Я, Галак Фияр Первый, гений, который создал темные доспехи, буду управлять галактикой картоситовыми кулаками. Миры содрогнутся, звезды задрожат. Ваши щиты падут. Итак, для начала давайте спрячемся и сохранимся. Так. Они бегут. И раз, два, три. Да. Ой-ой-ой. Ладно. Так. Назад. Уничтожаю его.
уничтожаем его. Так, ладно, спрячемся. Они не могли далеко уйти. Ну-ка, давайте попробуем вот эту. Нет, нет, нет. Блин, не на то нажал, ладно. Блин, ладно. Потерял много, да. Да тихо ты. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, давай-ка еще разок. Назад. Тихо, 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 тихо. Блин, так-то жесть, да, его побивать. Ну-ка, давайте попробуем-ка загрузить. Вот отсюда. Ну-ка. Дадите. Раз, два, три, четыре. Пять. Подождите. Загрузить. Дадите.
Сейчас. На. 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 Так. Они бегут. Не дать ему идти. Раз, два, три, четыре, пять. На, 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 падай туда. Есть. Я его победил. Так, все рушится. Кайл, это лидер бродяг. Мы почти начали наш последний переход, так что тебе лучше убираться оттуда сейчас же. Я только что об этом подумал. Итак, нам надо сваливать отсюда. Как вход, так и выход, он у нас один. Поэтому осторожней. Давай, кораблик, продержись еще немного. Будем восполнять свои жизни. Тихо, 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 тихо. Блин. Да. Такое тоже имеет дело быть, что... Ой-ой-ой. Приседаем. И... Нифига! И... Опять. Ой-ой-ой, это вот сложно. Это я вам серьезно говорю, это очень сложно. Так. Давай, кораблик, продержись еще немного. Давайте с вами с другой стороны, мы хоть бомбу возьмем тогда. Так. Хоть бомбу взяли. Так. Если мы стоим... Надеюсь, что спасательная шлюпка на месте. Нифига. Так. Здесь мы помираем сразу. Надеюсь, что спасательная шлюпка на месте. Нам надо... Нифига не так. Почему я не могу так? Надеюсь, что спасательная шлюпка на месте. Нифига не так. Но я знаю, что надеюсь, точно туда. Надеюсь, что спасательная шлюпка на месте. Ну тихо ты. О, на скорости прошел. Ну-ка. Ну немножко брони взял. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть, но я взял ее. Давай же, Кайл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не могу сказать, куда мне точно сейчас надо. Так. Сюда, сюда. Потихонечку, потихонечку. Потихонечку. Дурацкий корабль. Так, подожди, я сюда пришел.
Мне... Куда? Мне туда наверх. О, похоже, что... Блин. Блин. Так. Дурацкий корабль. Дверь откроется? Нет, не откроется. Да тихо ты. О, похоже, что меня собираются убить. Блин, управление такое дебильное стало. Так. Успел. Сохранюсь на всякий случай. А то меня эти молнии достали. Ой-ой-ой. Они слишком хороши. Давай. Понял, куда-то я залетел. Что я взял? Не понял. А кто в меня стрелял? Вот эта штука, по-моему, не успела долететь. Тихо-тихо. Вот так. Сюда. Сюда. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давайте сохраним. Сохраним. Так, теперь пар, да? Или что это? Что это такое? Я не понял, что я не прыгаю-то? Главное, здесь я прыгаю, да? Или что случилось? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Стоять вниз, вниз. Вниз. Здесь-то что случилось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда, сюда. Потихонечку. Вот, дверь. Заходим. Подождите. Что-то куда-то как-то... Я же здесь был. Ну-ка. Так. Если... Не сюда. Ну-ка вот сюда. Вот это... Так. Стоп. Еще. Вот так. Это не имеет значения, закрылась ты или нет. Пойдем. Надо выбираться отсюда. Только в какую сторону-то вот идти? Без разницы, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Мне надо куда? Мне надо к кораблю. Ага. Так, здесь. Здесь нету его. И не выбраться. Идем. А в другую сторону, значит. Ой-ой-ой-ой-ой. Туда. Вот, если что-то рушится, то значит нам туда. И сюда, наверное.
Тихо. Ой-ой-ой. Вот так. Спокойно. Откуда кто стреляет? Да. Давно вас не видел. Ох, я уж не помню, сюда мне что... По-моему, сюда. Нет, давайте-ка я вот сюда схожу, на всякий случай. Мало ли. Раз уж столько прошел. Так. Люк. Откуда я прибыл-то здесь? Как ты же здесь оказался? В этой комнате. Это вот откуда я начинал свой путь. Свой путь. Я начинал отсюда. Так, ладно. Мог и ошибиться. Может, нам сюда надо. Тихо. Опа. А действительно, смотрите-ка. Тут уже все вышло. Ну и вот мы выбрались, я так думаю. Давай, здесь все разваливается на куски. Может ли такое произойти с милым кораблем? Я просто обязан спастись. Миссия обречена на успех. Ну, на этом все. Увидимся в следующей серии. Пока. Если мы останемся живыми, то я больше никогда не буду этого делать. Я отправляюсь за Десаном. Похоже, что он в самом центре Академии. Ты идешь? В воздухе я буду более полезной. Я присоединюсь к отрядам Новой Республики. Ладно, попробуй обойтись без меча. Хороший совет, джедай. Иди.